поверхность. Я выйду и скажу. Вы понимаете, создается такое впечатление, но вот мы уже сколько, когда выбрали нашего мэра, создается впечатление, что он любит, когда марионетка дергает такие вот ниточки, дернул, самого мышь тяпкнула, дернул, а наш город тяпкнул, дернул, немножко подумал Афганистан, дернул, они сказали. Но нам никогда не дают слова. Меня тут склоняют по всем газетам, что я такая-сякая, извините, у меня кричит душа. Понимаете? А я представляю людей, которые не могут выйти сюда и высказать свое мнение, которое они хотят выступить. Может быть, у них слов не хватает. Я не знаю, что. И не надо меня склонять. Я гражданка Украины. И я 65 лет прожила в городе Мелитополе. Понимаете? И я не могу. Если бы мы сейчас сюда не пришли, пусть нам говорят, проплаченные, непроплаченные, то этот вопрос был не снят был с повестки дня. А этот вопрос, что он дает? Чтобы снять 15% века на 15% поднятия тарифов ЖКХ. И если бы мы не пришли, этот вопрос бы не отдали под рассмотрение. Правильно? Мы не против. Мы не против. Поднимайте, но обоснованно. Разберитесь в общественности города. Со старшими домов. Как это так? Кооперативы постоянно, они собирают деньги. Я вот сегодня разговаривала с одним председателем кооператива. Я говорю, сколько вы платите за квадратный метр? Она говорит, 80 копеек. Но у них еще в конце остаются деньги на то, чтобы они сделали капитальный ремонт или что-то. Я старшая дома. Уже 2 года, но живу в этом доме уже 40 лет. И я никогда, уже 40 лет я не видела. Мы платим 55 тысяч за наш дом. Я не видела